Близ Багдада полицейские обнаружили тела 18 человек. По официальным данным, погибшие были пленниками боевиков. В форме военнослужащих и на автомобилях с номерами вооруженных сил террористы похитили нескольких жителей небольшого города Тармия. Среди них оказались двое лидеров местных племен, четверо полицейских и один офицер. Ответственность за это преступление ни одна из террористических группировок на себя не взяла. Началось расследование. А мы напомним, уровень насилия в Ираке за последние 5 лет достиг наивысшей точки. Боевики ежедневно нападают на местных жителей и сотрудников сил безопасности. Ситуацию обостряет гражданская война в соседней Сирии.